Ты когда не жарил? Сейчас подожди, Валюк, сейчас подожди. Тренироваться надо вот здесь, когда игра начинается. Кто здесь потренируется, бывает. Тут так и постреляется, там бывает же. Ты увидишь, Валюк, тренированного лахма, бывает же. Термельнуться надо, братья. Агин и Малачева, не то дикий, бывает же. На крышу прыгает. Ох, как буду жарить. Гена, разогрелся. Отбросил носа. Гена, городе. Санаровский как работает. Санаровский валибаган работает. Знаешь, за нами какой-то зэк летит. Я знаешь, да, что понял? От третьего лица крысы играет здесь много. Ждал, пока я выскочу. Но это третье лицо же, брат. Прям как ты ждал других, которые о тебе не знали, уцы. Так же и он о тебе. Мне можно, им нельзя. Красоватый, че, это же нашинская тема. Есть, да, здесь этот? Че? С кем зарубиться? О, брат, дай ему. Да, его зарашу. Кому может, да, скажи, да, уцы, его зарашу, бей. Ты же видишь, да, уцы, я зарашу. Даже не трогай его, брат. Специально не трогает его человек, хотя мог уже 10 раз убить, он говорит... Еще там в хате есть, топал, полет. Вот все, молодцы. Топает наверху. Санар. Ай, Санар побежал. Ой, Санар что-то побежал. А что ты его не услышал, жили, как он налезет? Пойдемте на этот рынок. Они уже за деревьями чекают нас. Дал ему хит один. Нет, они за деревьями, смотрите, братья, они уже вот так, я нарисовал вам, вы опа, не бежите еще. Да. Еще бежит. Да это что за синяя зона? Это кто делает? Вот здесь там нет. Санар! Санар раскивали в город. Конченая игра. Да выкупим тебя же, поиграешь, ты же прибился у цы. Это только начало, уцы. Это Санар, шляпа, уцы конченая. Ой. Да, поехали, братья, вот на хипи. Да, щас, ты же сказал, лутаться не будешь, брат. Не, я трупы же сказал, лутать буду, брат. Даже так. Че, да, было. Чип забрали, давай. Поехали, давай, Лёк, че, брат? Че, Валёк, че? Тик, это, брат. Да, зачем тебе аптеки, брат, когда у нас урус есть? Ты его пока выкупи. Давай ему оружие возьмем, чтобы он не пытался. Давай закину багажник. Да ему оружие зачем, брат, оружие зачем? Да? Мы к его времени, брат, через 3 минуты уже в кемпе его будем ждать новыми оружиями. Чё ты метку прошел и поднял его, брат? Уже поднимет его, брат. Новый ролик на ютубе, не знаю, пока планов нету. Поехали отсюда, Минчик, так через желтый. Мужика, я здесь кого-то слышал, что ли? Да, через мост еду. Там тоже есть, на мосту встречают, брат, смотри, на горе. Приходи с бинтиками, вот с их, с бинтиками, брат, а Минчик там уже работает. Езжай, Хурман. Чепушила одна слева за коробками сидит. Двое справа. Гранату грей ему, Курба, уже. Грей. Им спину зашли.
камни ты чепушила, на камни ты чепушила. На нас падают все, вот здесь на камни ты чепушила, на желтом метре. Оружие. А на тачке кто уехал? Один где-то правее есть. На камни дайте чепуши. Да, сзади залечу тебе золотая, сзади зайду как этот. А, вот он меня чекает. На вот этом камне тоже есть, братья. Слева тоже есть, братья, не забывай. Он знает, что я падаю, да, вот здесь, он меня не увидел? Да, нет, конечно. А он что может знать, она брат? Тогда что вот она ему тогда. Что я сзади капкан устраиваю? Вот двоих вижу, сейчас сзади зайду, пацаны, подождите. Нокнул, провалёк. Я нокнул тоже здесь на камне у себя. Я иду, пуш. Это кто сзади? Это что за суета, я не понял? Это что за суета? А, отъехал кто-то уже сюда. Да. Валёк, ты у него в спине, если чё. Вижу, вижу. Хорошо, мячи. Так ты их высушил? А Митя высушил, да? Ты чё думал? Ой, ты чё думал? Это ты шмаляешь? Я же не знал, честно сказать, что такой один из плохих. Понимал, что он неплохо. Эхо надо, братья, эхо надо. Ты много ещё чё не знаешь, что происходит. Так кто стреляет, скажи мне. Какая-то чепушила с очень далекого далекого. Вон слева, на желтой метке. Поехали, братья, Смоко не было, да, у них. Ты пустый есть, закиньте багажник. Да, поехали, да, Валек, поехали. Ты тоже стал как бы... Как старый мужик уже за лутом охотишься, бегаешь, делают. С тех пор, как я высушил, ты уже 6-7 да, лет. Слова, тебе пусты нужны воду? Они как пролетели эти 6-7 лет, бой. Я как сейчас помню, на первой твоей кассовке залетел. Алёк, тебе пусты нужны? Пусты? Да, ему, конечно. Так, вот это фортнайтера надо отжарить. Ох, как я сейчас отжарю. Этого фортнайтера надо отжарить, братья. Этого фортнайтера надо вот здесь импак бойджи отжарить. Ты кинул меня! Еще ты. Да его чё, ни один выстрел что ли попасть не можете? Эй, подними меня, уцы. Еще должен быть туда. Да Гена его сейчас отжарит, он разогрелся, ты не видишь, что ли? Гена сейчас его отжарит, подожди, дай ему время будет. От души? И куда убежал Гена? Ты заморосил, вот что ли? Тихо. Есть инфа, да, какая-то? Не, на парашюте кто-то приземлился, вот какая инфа есть. Это кто-то там сдалека еще работает, ты прикинь. Убил у тебя курбанс, всё. Чепушилы. Конченые у тебя. У меня как этот, брат. Еще один лохма у тебя с ангара вышел. С забудкой. Пуш. Ой, клянусь Аллахом, что случилось, аминчик? Эй, у меня там... Ой, прикинь, да! Поднимай, Санаровский! Пошали! Нормально, сейчас сниму. Ой! Как вас поднять? Что за шляпа приколида произошла здесь на ровном месте? Как вас поднять? Что надо сделать? Да Курбан все знает, Минута осталась, Курбан, Один забрал нас. Минута осталась. Минута, Курбан, осталась. Я работаю соло. 50 секунд, Курба, 50 секунд, чтобы ты доехал до дока, бываешь же. Слова отвечаю. А ты можешь прямо вот сюда поехать, Курбан, я тебе нарисовал. Да. По желтой разметке, брат. А туда не успею, брат? Как не успеешь, брат, как не успеешь. Как не успеешь, Курбан, как не успеешь, Курбан, как ты не успеешь. Я, Мичик, натуре шляпа получил, господи.
Как ты не успеешь, скажи Дагена, как ты можешь не успеть, скажи Дагена. Ты когда не успевал, скажи Дагена. Скажи Дагена, был такой день, чтоб ты что-то не успел, бывает. Это Гена профессионал по подниманиям, бывает. Санаровский работает. Санаровский, Санаровский. Санаровский фотограф в городе, что ли? Санаровский фотограф в натуре не может до сих пор себя прийти, как братуху. Это Санаровский, слушай, человек. Это Санаровский человек, его же ничем не удивит, бывает же. Это Санаровский человек, как чекается, это... Это же вот так имба говорят играть эту игру. Скипишь, без меня не бывает. Да, конечно, по правой части. Увидел, забудь, Сейчас машину эту чиню и уезжаю к нему, смотри. Да не говори, добра. И чё за механик, курбан? И она цебует, да, ты хочешь сказать? Да. Только что так она горела, и ты сейчас на цеи тачки залетаешь в зону, да? И мы тоже подлетаем. Валёк, чё там делает, да, интересно? Валёк, как он? У меня экран аж перевернулся от Валибаганда игры, ты представляешь? Ой, лоза! Рашат, чёрт. Санаровский, Санаровский. Там один человек, он, слушай, чё за суету, валёк. Каску забери ход на полу, он как чекает, как братуху. Помоги дай ему, курбан, я никогда не думал, что тебе это скажу, но помоги дай Вальку по-братски, да? Он что делает по-братски? Я сейчас сделаю все, ты. Да лучше 60 секунд подожди, да, курбан, на двойке. Да, Сача, Валька по-любому отжарят, брат, лучше подожди реально нас на двойке, вон там. Что говорит чел? Подожди, я сейчас зарашу для тебя вот этот устрою сейчас, вот. Я даже его слышу, что он вот здесь за этой будкой уже чекает этот бот, а я другой на камне. Я просто могу забрать его, брат. Не надо его забирать, его сейчас заберут, брат, подожди, его сейчас заберут. Вот вы мешаете, да, дай просто его заберу, мешает. Дай просто его заберу сейчас. Подожди, звук. Ай, звук, уцы, не видно ничего. Он слева челли. Ты мне? Фалько. Не, этот человек уже все, он... Показал свое лицо. У него даже не один челик, у него два даже челика. Подожди, я сейчас лайки красиво, как его высушу. Подождем, да, подождем, бэль. Подожди, да, подожди, у тебя же. Да я-то подожду, у тебя мне это че. Пойдем, да, залутаем наши шмотки, этот человек все равно труп через секунд 10, его уже не станет, бывает, как он только с этого дома выйдет. Говорит, что он не чекает килки. А где они, Аминчи? Вон, Вали Баганда. Они дорогу перебегают, куда нам приколи, да, Аминчи? Эти два черта дорогу хотят перебежать. Курба, стоп, подъезжай. Один уже в анкаре у нас. Вот он чепушил оконченный, брат. Вау! Там челик есть у вас? Да, Аминчи сейчас его в натуре выезжает. Поехали. Подожди, брат, подожди, брат, сабурдей, братан, мы полутаемся тоже на души так. Эй, там этот был пистолет. Вы убили его, да? Там его отжарили, брат, чего убивали. Забрали? Да. Угу. Я его кента просто убил, поэтому... Телефон лежал прям в трупах, он, слушай, на край света поехал, бояжи. Да не говори, да. Да. Ле, здесь этот был смоковый пистолет. Макана не было? Смоковый пистолет. А смоковые патроны были, да, здесь. Работает вот цель. Поехали. Эти двое, которые Валька на суету посадили, там до сих пор через дорогу, да? Высушай их, брат. Высушай, говорит. Поехали тогда на курбан на аппарате, братья. Подожди, заправлю. Стой. Полбустуемся. На этого человека сыдом, он что делает, он куда бежит? Не-не, у меня соло гейм. Да я подожду, курбан, я подожду, пока ты ее заправишь в конце зоны, если я подожду. Проблема подождать, что ли, курбан. А этот человек, смотри, да. Этот человек, брат, уже труп считает, зачем на него смотреть? Стало на бутылку. Ва, эта зона как толпушек. Гена, ты был мужчиной при жизни, бэй. Ты был мужчиной при жизни, Гена. Нормально все, курбан, все нормально. Под сейвами тогда вот сад уже переползи, под сейвами вот сей. Санаровского моча за слова, ты че?
А на арабских дисках же лучше было, блядь. Вау, меня с другой стороны мучают. Да, нормальная шея, нормальная суша. Эй, он сильный, блядь. Высушите, дай его. Бухер на сумму. Еще бегут вот лохма перед тобой, где дропы, да. Я право кручу. Ай, санарусь, почему зоны бегут? Эй, вот здесь за камнем. Слушай, он тут. Уай, это кто? Давай на сковородку его. Давай. Наступил. Где его, у меня нет сковородки. Поезжай, я к нему хоть подойду, да. Чуть-чуть пушило, чуть-чуть двое. Аминчик ему на туре дал двое. Санаровский просто. Санаровский в игре, что ли, был? Гена, Гена, как братуху весь это хипишь, будто это дропы лутал, да? Кто? Они на меня бежали, они меня накалили, я 18 отбился от них, брат. Как брат ухулял 100 в хп 4 на 4, там перестрелка докается, он тут дропы лутает. Урон какой у тебя, урон? Урон у Курбана мне реально интересно, какой, блядь. Брат, урон чё, я вас поднял, брат, это больше, чем... Мне не дали урон сделать, брат, я занимался другими делами. Тоже правильно ты говоришь, Курба, тоже правильно ты говоришь. Не, ну в конце, когда два человека живых осталось, дроп лутать имба, да? Клянусь Аллахом, они броник все мне высушили, брат. Я пошел, нашел каску там. Я даже не смотрел, сколько их осталось, брат. Другими делами имба заниматься, нет? Валек чем занимался, лучше скажи.